Всем привет, ребят, с вами Рома. Сегодня будем играть на сервере Royal Mine. Ребят, это новый, открывшийся недавно сервер. Видите, тут есть кейс, тут есть вообще все, тренер даже есть, елки-палки. Просто жесть, просто шок. Но обо всем по порядку. Конечно же, шахта листвы у нас тут есть. А, и в принципе, можем здесь, конечно, покопаться можем. Вот так вот. Посмотрим, сколько стоит дерево, потому что, ну, это реально интересно. У меня такой интересный ресурсный пак сейчас стоит. Это другой, то есть вы видели у меня, наверное, в стримах другой РП. Стоял на майне. А, ну, стримы по обычному майну, кстати, были давно, поэтому это прям миллион лет назад было. А сейчас я решил вот такой вот РП поставить, он немножечко, видишь, другой. Тут непонятно по еде совсем, черная еда почему-то тут. Вот, ну, короче говоря, непонятно, но посмотрим, как, насколько он этот РП нравится вам, поэтому напишите в комментарии. Может, если вам понравится, то ссылочку на него, конечно же, оставлю. Так, продадим эти вещи, видишь, у нас есть табличка «Продать все». Тут, видимо, надо положить вещи вот так вот. Доллар, нифига себе, неплохо. Можем чекнуть, ах. А может быть, вот есть лопата? $250, $3, 10, капец, ну это дорого, $3 надо еще заработать, хотя, я очень мало вскопал, то есть, видите, я реально мало вскопал, и я уже получил такие деньги, неплохо, надо тогда еще побольше покопать, и я тогда думаю, что мы просто на изи просто купим лопату себе и пойдем уже на земляную шахту, и там будет реально мясо, там будет просто жесть. Там будет просто жесть. Это будет классно. Давайте-ка здесь она вот так вот хоп. Опа, респаунила шахта листа. Почему-то на английском она. Почему-то это было на английском. Смотрите, отличается размер. Лол, это как так? Странно. Это, наверное, пофиксит когда-нибудь. А может, не пофиксит? Хрен его знает. Фракция у меня отсутствует. Видите, написано, я только зашел. А заходите и играйте. Это такой новый сервер. Видите то, что у них своя эта тема, свои постройки. То есть это не копия. Не копия, то есть это обычный призен, но, видите, ну, это не хард, очевидно, да, это лайт. Но, видите, у них своя карта. Своя карта — это редкость, потому что очень многие, ну, как вы знаете, копируют банально карты. Видите, этот сервер, эта проблема обошла стороной, карты они не копируют, поэтому вы спокойно можете играть на этом сервере. Так. Надо еще покопать, реально. Как видите, ребят, я уже дофига накопал, на самом деле, больше стака, думаю, поэтому можно sell all A прописать. Оп, все, продали $6, отлично, шоп пропишем, что-то будет, не будет, да, реально, лопата стоит $5, блин, нахер, по-моему, да, дешевле стоит. Тут $3, а это лопата 250, ну это прям охренеть как дорого. Давайте купим за $3, реально. Купим тупо за $3 лопату. А это у нас шахта, ребята, земляная. Нифига себе. Нам еще надо, ребята, апать левел. Надо не забывать об этом. Еще также апать лопатку. Когда мы апнем лопатку, это будет просто кайф. Мы будем просто супер быстро копать. Особенно эффективность 3, это вообще будет кайф на самом-то деле. Ну, вы понимаете прекрасно. Вы же игроки призны профессиональные. Для вас это обычное дело, лопата такая. Быстро фармит. Ребята вообще за день фармят там огромные левела. Я не буду, конечно, врать, но реально бывают такие случаи. 7-й, 8-й, там дико поднимают уровни. Целый день им понадобилось на это. И они целый день фигачат просто. Фигачат на признах, копают огромное количество блоков. И реально вытаскивают сервер. Они первые места занимают. Они в алмазке, в топах один. И просто любой сервер им на изи, будь то это лайт, нормал, хард, неважно вообще. Это не имеет значения, они просто всегда первые. У меня есть такие ребята в подписчиках, и они просто дикие, они мощнейшие просто. И спрашиваешь, они там с донатом, без доната? Кто-то с донатом, кто-то без доната, но даже без доната люди так вытаскивают. Поэтому, ребята, вот.
Так, что по шахтам? Смотрите, ребят, лиственная на первом, каменная на третьем. Нам надо поскорее апать левел. Он что там, сколько стоит? $6, ёу, красоты. Вот это попадосик, вот это попадосик. Потому что так я лопату свою нифига не апну. Надо сначала тогда лопату апнуть. Или как-то вот изощренно надо слэш-меню прописывать и вот так вот нажимать. Вот это шок, вот это реальный шок. Но мы уже можем улучшить. Вах, вах, вах. Теперь эффективность 1. Теперь, ох ты, смотрите, какой у меня красивый РП. Ёпарсте. Вот это гениально, вот это просто гениально. Кстати, у нас есть одно веселое яблочко, я, пожалуй, его съем. Так, давайте, ребят, продадим вещи. Вот таким вот образом. Опа, 7 баксов, неплохо. Что там по апгрейду? Слэш-меню надо прописать. И нажать на улучшение. Так, что там? Там, опа, мы все выполнили, вот это да, теперь у нас уровень лопаты 3, эффективность 2, офигенно, вот это уже круто, это уже побыстрее. Давайте опять все продлим, на спаун тпхнемся, у нас два ключа есть. Надо их обязательно открыть. Так, бежим, бежим, бежим. Мы уже знаем рекейсы, это все просто, они справа находятся. Поэтому никаких сложностей в этом плане. Смотри, куча жителей, офигеть, шок. Открываем стрелы. Опа, ёпарасоте. Вау. Охренеть. Вот это самый настоящий шок. Эффективность 2, шелковое касание. Не ожидал такого. Просто не ожидал такого. Можем уже апать левел просто. Оп. Нам нужен еще третий уровень, конечно. И нам хватит. Да ладно, вот так быстро мы... Охренеть, ребят, обязательно открывайте ключи. Крутая тема. Реально не продавайте их, потому что видите, как мне быстро выпала кирка. Это просто шокирующая информация на самом-то деле. Но это неожиданно. Это правда неожиданно. Так это шахта или это не шахта еще? Это шахта уже, нифига себе, как она сделана. Вот это неожиданно, кстати. Пипец, просто пипец. У меня шелковое касание, прикиньте, это необычно, это же реально шелковое касание. Это просто пипец, это нельзя копать уже. Вот там, смотрите, как необычно сделана шахта, просто реально необычно. Ребят, продадим блоки. Вот так вот сделаем. $20, ну я бы сказал, даже неплохо. Что там по шахтам? Следующая стройка, четвертая. Нифига себе. Нифига себе. Наверное, там больше платят, а может и не больше. Что там по левелу, когда апаться-то? Там нужно $24. Можно, кстати, апнуть левел реально, потому что мне кажется, что там мы будем побольше зарабатывать. А может и нет, давайте реально это посмотрим. Так, продадим эти блоки. И что там по левелу? Ап. Все, давайте перейдем на следующую шахту, посмотрим, что там вообще за босс. Ну, скорее его уже, скорее всего, его слили уже, да? И мы не посмотрим особо, да? А вот шахту обязательно надо будет покопать. Весь вот. Походу, босс реально вот в этом месте. Судя по всему. Да. Он здесь. Он однозначно вот там сзади.
Просто у меня дикая кирка. Казалось бы, да, деревянная кирка. Как она вообще может копать камень и уголь? Ну, уголь-то ладно, может копать. А вот камень, это жесть. Но на ней-то шелковое касание, эффективность 2. И этой киркой-то копает ромус. Поэтому тут все понятно. Она раздолбит вообще все. Вообще все на своем пути. Поэтому мы сейчас просто продадим блоки вот таким вот образом. Sell all A. 29 баксов, очень даже неплохо. Но мне понравилось реально, $45. То есть мы можем уже улучшить кирку. Для этого просто не апгрейд, а меню прописываем, нажимаем сюда. А там нужно 2000 камня, мы не можем улучшить. 2000 камня скопано на вот это. Полная жесть, потому что 2000 копать реально долго. Ну, хотя, для целеустремленных ребяток это вообще на изи, опять же, если я апнул 4-й левел вот за такой короткий промежуток времени, то вы апнете гораздо больше, вы сможете накопать гораздо лучше, не лениться, и это будет реально шок, это будет реально полный шок. Продадим еще блоки, вернемся на спаун, спаун у нас очень красивый, особенно с шейдерами, это просто класс, это просто шедевр. Вррр, как говорится, да? Вот так выглядит это все дело. Вот тут название сервера. Кстати, оно есть в описании. Есть IP-адрес, есть сайт. Поэтому заходите, не ленитесь, подписывайтесь на канал и не забывайте, конечно, оставлять свои комментарии. На канале проводятся стримы, поэтому можете нажать колокольчик и перейти в наш Discord-канал, который находится в описании. Там мы приглашаем людей на съемки, а также на стримы. Там есть разные ютуберы, у которых там 4000 подписчиков, 1000, разные ютуберы там есть. Поэтому входите обязательно в наш Discord и общайтесь, и приходите на съемки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, пока-пока.